Привет, меня зовут Владимир Ефимов. Я иллюзионист, эстрадный гипнотизер, гипнотерапевт. И в этом видео вы сможете испытать на себе глубокую стадию гипноза и оказаться в приятном воспоминании из своего прошлого. Но прежде чем мы приступим, я хотел бы сказать, что есть ряд противопоказаний. Если же вы беременны, если же вы употребляли наркотики либо алкоголь, если же вы страдаете психическими расстройствами или у вас есть склонность к эпилепсии, то не нужно смотреть это видео. Всем остальным попрошу занять удобное положение. Сядьте удобно на своем диване или кресле. Можете удобно лечь на свою кровать, подложить подушку под голову так, чтобы вам было удобно находиться на протяжении всего видео. Итак, я надеюсь, что вы уже заняли удобное положение. Ваша задача – максимально мне не подыгрывать, одновременно не сопротивляться. Просто максимально концентрироваться на тех словах, которые я вам буду говорить, пропускать все эти ощущения через себя, и вы заметите, насколько здорово и комфортно сможете себя сегодня ощутить. Поехали! Сядьте, лягте, займите удобное положение так, чтобы вам было хорошо и комфортно. Очень хорошо. Выберите перед собой любую точку, посмотрите на нее, сконцентрируйте на ней все свое внимание. Сделайте неглубокий вдох и на выдохе закрывайте глаза. С выдохом закройте глаза и позвольте себе максимально расслабиться. Просто ощутите то расслабление, которое возникает во всем вашем теле. Расслабьтесь до того уровня, до которого вы можете позволить себе сами. Очень хорошо. Ощущайте приятное спокойствие и расслабление во всем вашем теле. А сейчас давайте удвоим это расслабление. Для этого, когда я щелкну пальцами, вы приоткроете глаза и сделаете небольшой вдох. Когда я щелкну пальцами второй раз, вы закроете глаза, сделаете выдох и глаза закроете. И вместе с выдохом ощутите приятное расслабление. Позволите тому расслаблению, которое есть прямо сейчас, усилиться в два раза. Глаза открываете, делаете небольшой вдох и выдох. Закрываете глаза и удваиваете то расслабление, которое было буквально несколько мгновений назад. Очень хорошо. Давайте удвоим это расслабление еще раз. Делаете вдох, глаза приоткрываете и выдох. Глаза закрываете и удваиваете это приятное расслабление. Просто почувствуйте, насколько расслаблены все ваши мышцы, насколько расслаблен ваш разум. Позвольте всем своим проблемам оказаться где-то там, за пределами вашей комнаты. Позвольте себе находиться в этом приятном, спокойном состоянии. И ваша задача прямо сейчас – переместите все свое спокойствие и расслабление на свои веки. Просто позвольте своим векам расслабиться до такой степени, чтобы они перестали работать. Например, если вы полностью расслабите мышцы своих рук, то ваши руки не будут работать. Если вы полностью расслабите свою правую руку, она полностью станет очень тяжелой и расслабленной. Точно так же тяжелой и расслабленной становится ваша левая рука. Такими же тяжелыми и расслабленными становятся ваши веки. Просто представьте, что ваши веки расслабились до такой степени, что перестали работать. Словно каждая века весит десяток килограмм, веки тяжелые и неподъемные. И когда я досчитаю до трех, чем сильнее вы будете тянуть веки вверх, тем более расслабленными и тяжелыми они будут становиться. Просто позвольте себе, чтобы это произошло. 1. Веки тяжелые и очень расслабленные. 2. Словно каждое веко весит десяток килограмм. 3. Чем сильнее тянете веки вверх, тем более тяжелыми и неподъемными кажутся ваши веки. Веки сомкнулись намертво, словно склеились сильным-сильным клеем. 3. Чем сильнее тянете, тем хуже получается. Расслабляйте свои веки, глаза остаются закрытыми. И все свое спокойствие, расслабление переводите на макушку головы. И с макушки головы приятным солнечным светом пропустите это расслабление вниз по всему своему телу. Просто замечая, как расслабляется мышца шеи. Очень хорошо. Как расслабляется мышца плеч. Как расслабляются грудные мышцы.
как расслабляется ваша правая, левая рука. Угу. Почувствуйте, как расслабляются грудные мышцы, мышцы спины, живота. Почувствуйте, как расслабляются ваши ноги. Это расслабление спускается до кончиков ваших пальцев ног. Очень хорошо. И вновь, находясь в этом приятном расслаблении, переместите все расслабление, которое есть в вашем теле, на ваши веки, представляя, что же веки действительно расслабились до такой степени, что перестали работать. И словно чем сильнее вы мысленно пытаетесь их тянуть вверх, тем сильнее они смыкаются, тем более тяжелыми и неподъемными они кажутся, потому что веки не работают. Выбираете это ощущение с век, переносите его на макушку головы, и с макушки головы солнечным светом вновь пропустите это расслабление по каждой мышце, по каждой клетке, до кончиков пальцев рук и ног. Просто ощущайте, как это расслабление, проходя через каждую мышцу, расслабляет вас, а вы погружаетесь еще глубже в это приятное состояние гипнотического транса. Не бойтесь, вы находитесь в абсолютной безопасности. Очень хорошо. И расслабление все больше, больше и больше. Абсолютно спокойно, вам хорошо. Словно ваше тело окутывает приятное тепло. Угу. А вы успокаиваетесь в 2-3 раза еще больше. Очень хорошо. И прямо сейчас ваша задача просто представить себя мысленно стоящим на вершине лестницы. На лестнице из 10 ступенек. Угу. Просто представьте, что эта лестница укрыта каким-то ковром. Вы можете мысленно раскрасить стены этой лестницы. Угу. Вы можете представить мягкий ковер, который лежит на этой лестнице. И когда я щелкну пальцами, начинайте мысленно шагать по ступенькам вниз. С каждой последующей ступенькой расслабление будет усиливаться в 2 раза. На каждой последующей ступеньке расслабление будет в 2 раза больше, чем на предыдущей. 10. Вы находитесь на вершине этой лестницы. Это то расслабление, которое есть прямо сейчас. Медленно делаете шаг вниз на 9-ю ступеньку. 9. Расслабление в 2 раза больше. 2 раза больше комфорта и расслабления, чем буквально несколько мгновений назад. Вы погружаетесь все глубже и глубже в это приятное состояние спокойствия, комфорта и расслабления. Далее переходите на 8-ю ступеньку. 8. Все дальше, глубже и глубже. 7. 6. 5. Все глубже, глубже и глубже. С каждым новым вдохом, с каждым новым выдохом вы погружаетесь в это приятное, комфортное состояние гипнотического транса. 4. 3. 2. 1. Снова делаете последний шаг вниз и проваливаетесь в это полное состояние комфорта и расслабления. 0. Просто заметьте, насколько тяжелым стало ваше тело. Одновременно эмоционально вам очень легко и очень комфортно. Полное спокойствие и расслабление в каждой мышце, в каждой клетке, в каждой мысли. Все проблемы находятся где-то там, далеко за пределами вашей комнаты. А вы здесь сейчас. И находясь в этом спокойствии и расслаблении, просто сконцентрируйтесь на каком-то приятном, радостном чувстве, которое возникает в приятные моменты в вашей жизни. Это чувство может возникать в животе, в груди, в солнечном сплетении. Сконцентрируйтесь, почувствуйте это приятное, радостное чувство. Угу. Очень хорошо. А теперь входите, ныряйте в это чувство и двигайтесь по нему, словно по туннелю времени, обнаруживая более раннего себя, связанного с этим чувством. Когда досчитаю от 3 до 0, вы окажетесь
5, 10, 15, 20, может, более лет назад в каком-то приятном, радостном воспоминании, которое было много лет назад. 3, 2, 1, 0. И в голове всплывает какое-то приятное воспоминание, связанное с этим приятным, радостным чувством. Позволяете максимально себе окунуться в это приятное воспоминание. Угу. Позволяете событиям развиваться, действиям происходить. Заметьте, насколько хорошо и комфортно было находиться там и тогда. Побудьте некоторое время в этом воспоминании. Очень хорошо. Когда я щелкну пальцами в следующий раз, вы окажетесь еще в более раннем воспоминании, связанном с этим чувством, с тем моментом, когда оно возникало в вашей жизни еще раньше. Какое-то приятное, радостное воспоминание. И в голове всплывает еще более раннее событие, радостное, связанное с этим чувством. Позвольте себе побыть в нем. Угу. Зарядиться приятными, положительными эмоциями. Скорее всего, это воспоминание забылось, но прямо сейчас вы его вспомнили. Очень хорошо. Побудьте там и тогда. Очень хорошо. Когда я досчитаю от 3 до 0, я щелкну пальцами, вы окажетесь еще в более раннем воспоминании, связанного с этим чувством. 3, 2, 1, 0. Очень хорошо. Угу. Отлично. И ваша задача запомнить это приятное, радостное чувство, эту приятную, радостную эмоцию счастья и перенести ее из внутреннего мира в мир внешний. Когда я досчитаю от 1 до 3, мысленно и физически вы вновь окажетесь в своей комнате, но все еще продолжите находиться в этом приятном спокойствии и расслаблении, в котором находитесь прямо сейчас. С этой же приятной, радостной эмоцией. 1, 2, 3. Вы лежите или сидите у себя в комнате, замечая, насколько вам хорошо, спокойно, комфортно. Испытывайте внутреннюю радость и удовлетворение. Очень хорошо. И вы позволите весь свой сегодняшний и завтрашний день сохранять это приятное, радостное чувство. Угу. Очень хорошо. Сейчас я начну медленно считать. От 1 до 5. Когда я скажу 5, ваши глаза откроются, и вы полностью выйдете из этого состояния. Но ощущение чувства и радости все еще будет сохраняться вместе с вами. 1. Приятное, глубокое, ровное дыхание. 2. Переноситесь в свою комнату, вам спокойно и комфортно, вы просто лежите с закрытыми глазами. 3. Вы находитесь в своей комнате, вам хорошо, спокойно и комфортно. 4. Вы лежите, но просто с закрытыми глазами, сделали глубокий вдох и глубокий выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Глаза открываете и полностью выходите из состояния гипноза. Позвольте себе посидеть с открытыми глазами, полностью вернуться в свою комнату, в ваше окружение. Заметьте, насколько хорошо, спокойно и расслабленно вы можете себя ощущать. Просто напишите в комментариях, в каком комфортном месте вы оказались, в каком закутке своего воспоминания вы перенеслись. Обязательно пишите в комментариях. Если вам интересны подобные видео, если это видео будет собирать много лайков и просмотров, то я запишу еще подобное видео.
С вами был Владимир Ефимов. До встречи. Пока.